Доброго времени суток! Сегодня на канале притча о том, что художник должен прислушиваться к мнению специалиста только по поводу того, что этот специалист хорошо знает. Называется эта притча «Предел суждений». Древнегреческий художник Апеллес, закончив картину, всегда выставлял ее у себя на балконе и, спрятавшись рядом, слушал, что о картине говорят люди. Однажды какой-то сапожник указал на ошибку в изображении обуви. Апеллес вышел, взял кисть и сразу же все исправил согласно совету. Возомнивший в себе крупного эксперта, сапожник начал давать советы, как рисовать фигуру, лицо, одежду. «Суди не выше сапога», – оборвал его Апеллес. Подписывайтесь на канал, и каждый день вы будете получать крупицу мудрости всех времен и народов.